Рассказ Михаила Зощенко «Стакан», читает Павел Беседин. Тут недавно один знаменитый человек, Малер Иван Антонович Блохин, скончался от болезни, а вдова его, средних лет дамочка, Марья Васильевна Блохина, на 40-й день небольшой пикничок устроила и меня пригласила. «Приходите, — говорит, — помянуть дорогого покойника. Чем Бог послал? Курей и жареных утей у нас, — говорит, — не будет, а паштетов тоже не предвидится. Но чаю хлебайте сколько угодно, волю и даже можете с собой домой брать. Я говорю, в чае, хотя интерес небольшой, но прийти можно. Иван Антонович Блохин. Довольно, — говорю, — добродушно ко мне относился и даже бесплатно потолок побелил. Ну, — говорит, — приходите тем более. В четверг я и пошел. А народу приперлось множество, родственники всякие, деверь тоже, Петр Антонович Блохин, ядовитый такой мужчина, со стоячими кверху усиками, против арбуза сел, и только у него, знаете, и интересу, что арбуз отрезает перочинным ножиком и кушает. А я выкушал один стаканчик чаю, и неохота мне больше. Душа, знаете, не принимает. Да и вообще чаишка неважный, надо сказать. Шваброй малость отзывает, попахивает. И взял я стакашек и отложил к черту в сторону. Да маленько неаккуратно отложил. Сахарница тут стояла. Об эту сахарницу я прибор и кокнул. Об ручку. А стакашек-то, будь он проклят, возьми и трещину дай. Я думал, не заметят. Заметили дьяволы. Вдова отвечает: «Никак, батюшка, стаканчик тюкнули». Я говорю: «Пустяки, Марья Васильевна Блохина, еще продержится, не переживай». А деверь нажрался арбуза и отвечает: «То есть как это пустяки? Хорошие пустяки. Вдова их в гости приглашает, а они у вдовы предметы тюкают». А Марья Васильевна осматривает стакан и все больше и больше расстраивается. «Это, — говорит, — чистое разорение в хозяйстве, стаканы бить. Это, — говорит, — один стакан тюкнет, другой крантик у самовара начисто оторвет, третий салфетку у карман сунет. Это что ж и будет такое, скажите мне, пожалуйста?» А деверь, паразит такой, отвечает: «Об чем, — говорит, — речь? Таким, — говорит, — гостям прямо морды надо арбузом разбивать». Ничего я на это не ответил, только побледнел ужасно и говорю: «Мне, — говорю, — товарищ деверь, довольно обидно про морду слышать. Я, — говорю, — товарищ деверь, родной матери не позволю морду мне арбузом разбивать. И вообще, — говорю, — чай у вас шваброй пахнет. Тоже, — говорю, — приглашение. Вам, — говорю, — чертям, три стакана и одну кружку разбить, и то мало». Тут шум, конечно, поднялся, грохот, деверь наибольше других колбасится, съеденный арбуз ему, что ли, в голову бросился, не знаю. И вдова тоже трясется мелко-мелко от ярости до пота. «У меня, — она говорит, — привычки такой нету, швабры в чай ложить. Ну никак нету. Может, это вы дома ложите, а после на людей тень наводите?» Малер, — говорит, — Иван Антонович, в гробе, наверное, повертывается от этих тяжких слов, обвинений. Я, — говорит, — щучий сын, не оставлю вас так после всего этого. Ничего я на это не ответил, только говорю: «Тьфу на вас всех и на деверя, — говорю, — тьфу». Поняли? И поскорее вышел. Через 2 недели после этого факту повестку в суд получаю по делу Блохиной. Являюсь и удивляюсь. Нарсудья дело рассматривает и говорит:
Нынче, говорит, все суды такими делами закрючены, а тут еще не угодно ли. Платите, говорит этой гражданке, 2 гривны и очищайте воздух в камере. Я говорю, я платить не отказываюсь, а только пущай мне этот треснувший стакан отдадут из принципа. Вдова говорит, подавись этим стаканом, бери его. На другой день, знаете, ихний дворник Семен приносит стакан, еще нарочно в 3 местах треснувший. Ничего, я на это не сказал, только говорю, передай, говорю, своим сволочам, что я их по судам затаскаю. Потому, действительно, когда характер мой задет, я могу до трибунала дойти.